Так ты показываешь свою преданность, Джейд. Китана, ты следуешь за мной, когда я очень хочу побыть одна, а потом меня еще упрекаешь? Я не потерплю, чтобы меня бронили, как какое-то дитя. Будь осторожна. Я еще не видела, чтобы твой отец так на тебя злился. Ты принцесса. Он ожидает от тебя большего. Я знаю, чего он ожидает. Поговорим позже, когда ты будешь в состоянии слушать. Принцесса Китана, я прошу аудиенции. Земное царство, как вы смеете ко мне приближаться? Послушай, крошка, мы не хотим драться, но будем, если придется. Я научу вас уважать. Шао-кан хочет смерти после сражения. Я ему ее дарю. Возможно, Лю Канг в тебе ошибался. А может, он, как и я, почувствовал, что ты не знаешь, как поступить. Спасибо. А этого вы не видели в своих видениях? Что-то нашептывает тебе, что все должно быть по-другому. Что ты должна быть другой. Ты больше похожа на Синдел, чем на Шаука. Но она мертва. Моя мать мертва, да. Зачем вы? Тебе нужны ответы, Китана. Я помогу тебе их найти, если ты мне доверишься. Отправляйся в Ямы Плоти Шансунга. Там многое откроется. Ямы Плоти? Но мне запрещено туда. Да, запрещено. Из чего бы это? Я не знаю. Скажите мне. Ты должна избрать верный путь. Сама. Выходи, Джейд. Я знаю, ты идешь за мной. Опять. По-прежнему иду. Я знаю, куда ты направляешься. Мне приказано не пускать тебя туда. И почему же? Я не оспариваю приказов императора. Китана, прошу, поворачивай обратно. Не могу. Этот путь приведет меня к истине. Прости, Джейд, но я не позволю меня остановить.
Round one. Fight! Я пыталась тебя предупредить, но я должна это делать. Что во имя всего? Она выглядит как я. Сестрёнка. Такая красивая, такая справедливая, такая грустная и одинокая. Подойди, давай станем семьёй. Ты мне не семья. Ты чудовище. Раунд 1. Файт! Round 2. Fight!
wins. Прощай, сестренка. Разве можно так обращаться с сестрой? Презренная свинья. Думаешь, мой отец это потерпит? Эту мерзость, которую ты здесь создаешь. Я лишь усовершенствую вас, принцесса. И это довольно сложно. Молчать! Я притащу тебя к Шао Кану за твою козлиную бородку. Раунд 1. Файт! Поднимайся. Ты встанешь перед моим отцом и сознаешься в содеянном. Я бы не беспокоила тебя, отец, если бы это не было столь важно. Я считаю, что ты должен знать, чем Шанг Цунг занимается в последнее время. Этот волшебник создал ужасные копии меня, смешанные с таркатанской кровью. Одна была живой и напала на меня. Отлично, кудесник. Ты знал? Ты... это одобрил? Как ты мог? Ты же мой отец! Я твой император! Твой отец был слабым эденианским королем. Я уничтожил его во время слияния его мира с внешним миром и взял его королеву в свои жены. Если бы я только не позволил Синдал убедить себя в твоей ценности. Но теперь у меня есть настоящая дочь! Рейден был прав. Ты лгал мне всю мою жизнь. Башню ее, в назидание другим. Возвращайся в ямы плоти и приведи мою дочь, Мелину. Я тебя подвела, Китана. Теперь я заглажу свою вину. Это все... пушки не игрушки! Они принадлежат Шан Цунгу! Мы закончили! Возвращайся на свой пост! Отойди, мне нужно повидаться с Китаной. Никто не войдет в башню! Ты превосходный сторожевой пес, Барака! Но должен звучать команду Каге! Ты мне не указ! Раунд 1. Fight! Ha!
хороший мальчик. У эденианцев нет преданности. Я поняла, что слепая преданность — это плохо. Нужно быть начеку, чтобы предвидеть завершающий удар. О чем ты говори? С тобой было легко сладить. Если бы ты не бесчестила себя... Джейд! Мне даны четкие указания в башню никого не пускать. Как видишь, я здесь. Чтобы помочь принцессе бежать. Ты против ее казни? Единственного способа вернуть ей честь? У нас разные понятия чести, Шокан. Раунд 1. Файт! Из тебя плохой тюремщик, не так ли? Итак, ваше высочество, посмотрим, как быстро мы сможем снять эти оковы. Джейд, я тоже. Остановите ее, не дайте ей уйти. Ступай, найди Рейдена, попроси его о помощи. Должно быть, я от них оторвалась. От них? Да. А я тебя нашла. Война богов. Ты должна вернуться со мной. Устроим вечеринку в честь моей сестренки. Она нас покидает. Раунд 1. Файт! Let's go.
Fight! Лорд Рейден, я пришла попросить. Лорд? А я уже со Смоком подумал, что она плохой парень. То есть девушка. Похоже, он еще одну переманил. Что есть у Рейдена, чего нет у меня? Божественной силы? Личности, которую нельзя назвать мудаком? Сволочи. Если мы ее не спасем, ее казнят. У Китаны мало времени. Китану? Казнят? Где она? Ее держат в башне, крепости Шаокана. Я тоже не рад такому исходу, Лю Канг. Но времени нет. Мы должны вернуться на турнир. Но ведь из-за вас ее схватили. Вы убедили ее восстать против Шаокана. Лорд Рейден, мы можем освободить ее, пока остальные сражаются вместо нас, а после присоединимся к вам. Хорошо. Встретимся в Колизее.